Хотите три базовые вещи в свой гардероб? Встречайте Костюм Ирада. Это блуза, это брюки в восточном стиле, которые вы можете носить как вместе, так и отдельно. И имитация комбинезона. Три в одном. Три в одном. Слушай, мне безумно нравятся здесь мои ножки. Хоть они и полненькие, но здесь почему-то этого не видно. Вот расскажи, пожалуйста, вот как вот на будущее мне вообще выбирать фасоны, в том числе и брюк, так, чтобы вот прям вот я была такая вот стройная? Ну, во-первых, Оля, многие женщины жалуются, что у многих такое строение фигуры, когда внутренняя часть бедра натирает. Просто вам необходимы правильные брюки из вискозы. Наши брюки имеют фасон свободный, это восточный стиль, поэтому такие брюки подстроятся под любую фигуру. Даже если узкие бедра, но несовершенство хочется скрыть, именно за свободой. Оля очень хорошо в этом костюме. Мне нравится посадка. И что самое интересное, согласны, он ее вытягивает. У Оли рост 1,61 м, а выглядит на 1,78 м. А посмотри на меня. О, 1,78 м. Когда-нибудь я дорасту до тебя при помощи нашей одежды. Слушай, вот когда вот смотришь на этот костюм, сразу автоматически улыбаешься, настроение повышается. Блеск. Потому что он блестящий, да. Давай познакомим с расцветками. Я обязательно расскажу про супер ткани нового поколения. Я выбрала сегодня утром для себя жемчужно-серый цвет. Вы знаете, мне так нравится, я люблю серебро. И мне очень нравится, как мои украшения будут сочетаться с этим переливом серебра. Лали сегодня выбирает для себя бирюзовый. Ох, какая красота! И что мне нравится, Олечка, то, что вставки люрексовые идеально сочетаются с трикотажно-вискозным полотном. И Ольга Гридунова выбирает сегодня яркий синий. Готовое решение в виде костюма. Ну что ж, давайте посмотрим на подиум, выберем ваш размер. Тем более, что у нас сдвоенные размеры. Лена носит размер 48, а я предложила для Леночки размер 50-52. Дорогие женщины прекрасного возраста, эти костюмы будут лучше на вас сидеть, если вы будете выбирать варианты посвободнее, как на Лене. Посмотрите, у нас совершенно разные типы фигур у всех, но настолько свободно костюмчик сидит, что женщина чувствует себя уверенно. У Лали размер 52-54. Если у вас такой же сдвоенный размер, для того, чтобы брючки не слишком обтягивали ваши бедра и блуза свободно сидела на зоне бюста, выбирайте 54-56. Ну а Ольга оставила меня на одну секунду. Моя любимая Оля Гридунова сейчас в качестве модели продемонстрирует вам свои стройные формы. Да, вот это мне сегодня очень нравится, когда говорят «стройные формы». После того, как я приехала из отпуска, я поправилась. Но сейчас это действительно незаметно. Я выгляжу постройневшей, и я выгляжу очень празднично. Ты знаешь, многие подумают, а зачем мне этот костюм? На какие праздники я его носить буду? Нет, я считаю, что каждый день должен быть праздником. Мы должны блистать для себя, для настроения, для всех окружающих. Ну, я не поверила бы, что ты поправилась. На самом деле этот костюм действительно стройнит. Вот почему я хотела Оле показать и доказать. Правильно подобранные вещи – это наше хорошее настроение. Посмотрите, их не остановить. Давайте разбираться. Почему костюм Ирада так визуально вытягивает и стройнит? Во-первых, все заметили, что наш костюм Ирада – это микс двух тканей. Это матовое трикотажно-вискозное полотно и люрексовая ткань. На самом деле, хочу сразу поделиться с вами. Не переживайте насчет люрекса. Изнутри у нас гладкая шелковистая вискоза, а люрексовая нить – это двойное плетение. Посмотрите, ох, вот это фантастика! Как будто металлизированная ткань. Мне нравится эффект чешуи такой очень красивый. Ну что ж, это люрекс 100%. Посмотрите, на моей руке не остается никакого блеска. Это гарантия прочности и качества от костюма Ирада. Так вот, если вы обратите внимание наверх, вы увидите, что здесь у нас обрезается верхняя часть и 10 сантиметров на талии. Посмотрите на Олю, на Лену и на Лали. Девочки постройнели визуально за счет идеальных пропорций и расстановки ткани. Лали, покажи, пожалуйста, высоту по посадки. Наш костюм Ирада состоит еще раз из блузона, который мы можем носить и с брюками, и с юбками, и брюки в восточном стиле. Я хочу сказать, что преимущество костюма в том, что он вроде бы однотонный, но с вставками серебра. Так вот, эти брюки вы можете носить с любой блузой, и мы вам это докажем. Брюки имеют высокую посадку. Эластичная лента – это просто находка для женщин, которые любят брюки, но, приходя в магазин, постоянно сталкиваются с тем, что они не застегиваются в зоне талии. Что придумали наши дизайнеры? Эластичная лента. Причем сделана она здесь очень правильно. Вставка более плотная и гладкая на зоне живота подтягивает ваши формы.
Вот, здорово. Слушайте, ну то, что здесь животик полностью у нас прикрыт, мне это безумно нравится. Вспомните, ведь сейчас шьют для молодежи, я называю, да? Вот когда заканчивается посадка под животом, это невозможно. Сесть невозможно, потому что сразу все сползает, правильно? Вот мне нравится, что здесь завышенная посадка. Еще один очень маленький и важный момент. У меня маленький рост, у девчонок высокий. Ты знаешь, когда мы выбираем для себя брючные костюмы, все, это понимаешь, что нужно бежать в ателье и подрезать за 400 рублей минимум длину, правильно? А здесь, я знаю, на что Оля намекает, наши брюки заканчиваются манжетой. И вы можете сами подстроить длину брюк под себя. И очень эффектно будут смотреться брючки с небольшим напуском, как у Елены и у Оли. И потом, когда эластичная лента манжета остается внутри, ощущение, что на Оле брюки не в восточном стиле, а классические прямые, зауженные к низу. При желании вы можете открыть зону щиколотки. Мы можем сейчас увидеть на Лале, как наши брюки трансформируются в капри. Это сделать очень легко. Смотрите, Лали подтянула брючину и зафиксировала ее там, где вы сами выбираете. За счет эластичной ткани все хорошо фиксируется и не сползает. И ваш костюм и рада. Это костюм трансформер. А вы набрали номер телефона? Вы сделали свой идеальный заказ. Праздник каждый день. Звездный костюм. Все, что блестит, я называю звездными костюмами. Потому что я уверена, звезды эстрады, которые также смотрят наш телеканал Shop & Show, выбирают для себя каждый раз именно такие яркие, выделяющиеся из толпы вариации. Выбирайте вы для себя звездные вариации. А мне знаешь, что еще нравится? Как рукава здесь расположены. А-а-а. Вот вроде бы они укороченные, но спущенный рукав закрывает зону проймы, и женщины чувствуют себя комфортно. Да. Уделяйте внимание сегодня себе, своему внешнему виду. Это очень важно. И не переживайте. Если вдруг из отпуска вы приехали и немножко поправились, то в этом костюме вы стройнеете не плюс 5 килограммов, а минус 5. Слушай, посмотри, вот когда вот я иду, да, вот я прям переливаюсь под софитом, представляешь, под солнышком, как и будет блестеть этот материал. Люрексовые ниточки добавляют изюминки, добавляют праздника. Успейте заказать по специальной максимально сниженной цене.